Сможет ли тест на коронавирус в аэропорту освободить от карантина? Министерство здравоохранения Польши говорит нет. С прошлой недели в аэропорту Вроцлава лица, прилетающие не из зоны Шенген, могут сделать экспресс-тест на коронавирус. Как уверяют в аэропорту, он освободит от прохождения карантина. Его цена составит 200 злотых. После объявления аэропортом такого вида тестирования, Министерство здравоохранения Польши проинформировало, что ставит под сомнение результаты такого экспресс-теста. А следовательно, пассажир, прилетев, например, из Украины и получив отрицательный результат, все равно должен пройти карантин. Свою позицию в министерстве аргументируют тем, что в распоряжении говорится, что лица должны выполнять тест за 48 часов до пересечения границы, то есть находясь вне территории страны. Аэропорт во Вроцлаве настаивает на своей интерпретации, подчеркивая, что тестирование проводится перед прохождением пограничного контроля, юридически означает, что лицо еще не успело пересечь границу. Соответственно, пассажир имеет полное право не проходить обязательную 10-дневную обсервацию. На странице gov.pl появилась запись относительно случая Вроцлавского аэропорта. Там отмечается, что коммерческий тест, сделан после приезда в Польшу, не освобождает от обязанности прохождения карантина. Учитывая конфликт между аэропортом и Министерством здравоохранения Польши, в трактовке распоряжения возникает вопрос – как будет выглядеть ситуация с пассажиром, который после прилета во Вроцлав получит положительный результат на COVID-19? Ответа на данный вопрос еще нет.